это ты во всем виноват. Что? Я? Да. Это ты виновата? Я? Это ты ему собирала игрушки в садик. Ну... Это тебя надо наказать. Наказать? Наказать. Ну, накажи. Ну, давай. Прямо здесь накажу? Ну, а что, слабо? Накажу. Ну, накажи. Накажу. Накажи. Прямо здесь накажу. Накажи. Шкафу закрой, тебе накажу. Карасёвы? Да. Очень хорошо. Это что такое? Что вы передали своему Алёшке в саде? Какие игрушки? Вот это вот, по-вашему, Каркуша, да? Кар-кар-кар. Ну что ж, похоже, да. Немножечко. Чуть-чуть. Вот это. А вот это колобок. Колобок. От бабушки ушел, от дедушки ушел, пока я не перехватила. Иначе докатился бы до лисицы. Ваньку в Саньку показывай. Нет-нет, мы знаем, как он выглядит. Да-да. А вот это добрые детские сказки. С вашим участием. Да-да-да. Бармалей мстит Айболиту. Волк красной шапочки. А потом третий фильм – это Белоснежка и самый главный гномик. Ну, такой же гномик. Хорошо, что дети не умеют включать DVD. Хорошо. Извините нас, пожалуйста. Заберите. Простите. Честное слово, это больше не повторится. Да. Как вы считаете, нам стоит сменить садик? Вам стоит сменить внешность. Потому что сторож умеет копировать с DVD, а его сын выкладывать в интернет. Я вас поздравляю. Спасибо, что предупредили. Ну что ж, пойдем вытирать из-за интернета. Ну, конечно.